Ребят, смотрите, есть тибетские мастифы. Реально тибетские мастифы. Три классных мастифа. Вот, мальчик, девочка рыжая, девочка, да? А, ребят, ну это серьезно очень собака. Вы ждете, что это самая большая собака в мире считается. Вот, и ищет семью, но только, вы понимаете, что-то никому попало, просто во дворик так не возьмешь мастифа. Только знающим людям, которые могут заниматься и могут себе позволить содержание такой собаки. Ну, горемыка наша. Ай, тут уже кобелиные песни поются. Девушке надо, конечно, хозяин. Да, да, да. Да, да. Ты жених, да? Ты жених. Так у нас тут происходит. Не отходит от нее вообще. Боюсь, что эта сеточка не спасет.